Так, на вечеринку собираешься? Ага. Бухать там будешь? Ну, слегка. Дай-ка я тебе расскажу насчет пьянства за рулем. Это прикольно, брат. Берешь пузырь пива, да? Вылетаешь на трассу, педаль в пол, 85 миль в час, вырубаешь габариты, отпускаешь руль. А, полный атас, попробуй, да. Конечно, попробую. Слушай, а почему меня не пригласили на вечеринку? Да ладно, папаня, ты же знаешь, туда пускают только тех, кому старше 18. Ну вот, кроме того, тебе спать пора. Зубы почистил? Да. Ну-ка покажи. Лучше показывай. Ладно, я пошел. Эй, пока ты не ушел. Прочитай мне на ночь сказку, как в старое доброе время. Ладно, но только одну. Да мне больше и не надо. Так, вот хорошая. Вот. Это история про Дика и Мэри. Мэри лежала на кровати, широко раздвинув бедра. Дик вонзил свой огромный член в ее изнывающее влагалище. «Еби меня! Еби меня!» — кричала Мэри. Дик заткнул ей рот подушкой, чтобы не орала. Дик входил в нее все сильнее и сильнее, пока у него не начался оргазм. «О, я кончаю! Я кончаю!» После этого он заснул. Спокойной ночи, папаня.